Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую простых зрителей, подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы продолжаем тему медицинских товаров, а именно слуховых аппаратов. И сразу после заставки канала погнали распаковывать вот эту посылку. Поехали! Ну что ж, мне пришли с сайта AliExpress очередные слуховые аппараты. Это у нас новая модель, ранее я эту модель не обозревал. Это у нас должен быть заушный аппарат, достаточно компактный и очень бюджетный. В целом вся эта посылка с 5 аппаратами обошлась в 1351 рубль, то есть за штуку получается порядка 300 рублей, то есть $5. Ну, соответственно, за 5 аппаратов примерно $25 за всю посылку. Добиралась она у нас 15 дней. Ну и давайте с вами ее распакуем, посмотрим, что же у нас это за такие ультрабюджетные заушные аппараты. Работают ли они вообще и стоит ли их покупать. Упаковано, по-моему, достаточно неплохо. Да, скотч-то намотал сколько. С другой стороны, скотч, конечно же, не спасает от ударов. А вот смягчитель более спасает. Так, выглядит все это дело вот таким необычным образом. То есть вот длинные такие упаковочки. Внутри мы с вами видим сам слуховой аппарат. Три амбушюры сменные и три батарейки. Так, давайте с вами один из них распакуем, посмотрим. Я возьму наиболее помятый. Так, здесь вот имеется подложка, на которой, собственно говоря, все это дело располагается. Так, это все. Есть инструкция. Инструкция, между прочим, не на китайском, а на английском. Это здорово. Так, здесь указано, каким образом аппаратом управлять. Имеется отсек для установки батареи, кнопка включения-выключения питания и регулировка громкости. Так, еще и на испанском, кстати, инструкция. Так, все это приходит вот в таком виде, но на самом деле она у нас закрывается и приобретает более привычный нам размер коробочки. Так, давайте откроем крышечку вот эту и посмотрим на сам аппарат. Очень хочется его протестировать. Так, здесь еще имеется скотч, чтобы все это не отлетело. Так, вот таким образом. Такая крышечка. Так, элементы питания у нас. LR44. LR44 это у нас батарейка аналог AG13. Между прочим, AG13 у нас используется в Powertone F138 тоже заушном аппарате. То есть, в общем-то, элемент питания более-менее мощный. Так, достаточно привычный для таких аппаратов форм-фактор. Здесь вот имеется отсек для установки батарейки. Давайте мы ее с вами и установим сразу. Так, вот мы ее поставили. Аппарат по умолчанию в выключенном состоянии и есть регулятор громкости. Здесь на регуляторе громкости имеются цифры 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, поставим на минимум. Ну что ж, протестируем аппарат, пожалуй, на работоспособность. Раз, 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 раз. Так, пока не слышу на единичке. Двойка. Раз, 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 раз. Так, уже что-то есть, аппарат работает. Прибавляем погромче для комфортного уровня. Троечка. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Так, ну, в принципе, аппарат рабочий, можно сказать. Мне, как человеку нормально слышащему, достаточно сложно оценить качество звука. То есть, насколько это все хорошо будет восприниматься плохо слышащим человеком. Аппарат-то предназначен именно для них, то есть важно, как они будут слышать этот звук. Вот, то, что хорошо слышащий человек, для него такой звук из этого аппарата немножко специфичный, это совершенно не показатель.
Вот. Я этот аппарат постараюсь в самые ближайшие дни по возможности протестировать, и все комментарии от реального пользователя, которые у меня появятся, я смогу написать в первом комментарии под видео. Обязательно туда заглядывайте. Вот. В общем-то, на этом, наверное, я буду свое видео с этой распаковкой и небольшим тестом пока заканчивать. В общем, аппарат мне кажется достаточно простоватым, но в принципе работающим. Я думаю, его можно рассматривать для приобретения, если у вас достаточно скромный бюджет. На сим я свое видео буду заканчивать. Вас я хочу поблагодарить за просмотр моего видео до конца. В конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео являются международные площадки AliExpress, Tmall и Gearbest. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, будут в описании к видео. Если есть любые вопросы по данному прибору, обязательно задавайте в комментариях, я всегда с удовольствием на них отвечаю. А если видео понравилось, лайкаем. Если еще не подписаны на канал, подписываемся. Всем удачи, желаю слышать друг друга и самое главное понимать. Пока!